И сейчас вашему вниманию предлагаю послушать лирическую композицию «Стоп». All that I want, you now.
фаза популярности Bee Gees особенно интересна. Она началась, когда музыканты неожиданно для всех обратились к музыке диско. В 1977 году был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботним вечером», который, кстати сказать, стал стартовым в артистической карьере голливудской звезды Джона Траволты. Благодаря ее невероятной популярности Bee Gees немедленно взлетели на первые строчки хит-парадов, по сути став живым олицетворением эпохи диско и одним из главных поставщиков хитов для дискотек второй половины 70-х годов прошлого века. Ну что ж, окунемся в эту атмосферу с песенкой «Остаться в живых».